Друзья, всем огромный привет! Сегодня приготовлю пирог с яблоками и творогом. У меня просеянная мука, творог, сметана, сахар, яблоки, лимончик, соль, куриное яйцо, сливочное масло, растопленное сливочное масло, разрыхлитель и ванилин. Занимаемся тестом. 180 грамм растопленного сливочного масла, 2 куриных яйца, 1 пачка ванилина, 2 столовые ложки сахара, 1/2 чайной ложки соли, 6 ложек сметаны, таких хороших сверху, потому что мне сметану еще нужно оставить на творог. Все хорошо перемешиваю. Пачку разрыхлителя 13 грамм и начинаю добавлять понемногу муку. Сколько муки будет, не знаю, но в общем мне нужно замесить мягкое и эластичное тесто. Муку добавляю ложками, 3 ложечки, допустим, добавила, перемешиваю и смотрю дальше, нужно добавлять или нет. А в нашем деле спешить не нужно. Все отлично. Вот обратите внимание, мягкое и эластичное. Самое то. В общем, убираю в пакет минут на 20 и кладу в холодное место. Яблоки очищаю от кожуры и нарезаю мелким кубиком. Добавляю 50 грамм масла сливочного, 2 столовые ложки сахара, даже 3, наверное, добавлю. Яблоки кислые. Все хорошо перемешиваю. В общем, делаю сироп. Можно было яблоки натереть на крупной терке, но я решила нарезать. Друзья, я сначала яблочки почистила, потом порезала мелким кубиком, и они потемнели. Сейчас добавлю лимончик, и все будет нормально. Яблоки обжариваются 10 минут. Вот обратите внимание, вся жидкость, которую яблоки выделили, выкипела. Добавляю цедру лимона и сок лимона. Хорошо перемешиваю. Начинка готова. Отключаю плиту. 500 грамм творога. У меня творог зернистый. 100 грамм сахара. Сметана. Так, раз, два, три. В общем, 4 столовые ложки сметаны. Пачка ванилина. 2 куриных яйца. 3. Все хорошо перемешиваю. Сейчас еще взобью венчиком. И все, и творог готов. В общем, у меня все готово. Занимаемся пирогом. Тесто лежит в пакете полчаса. Достаю. Беру вот такую форму. Немного подкатала тесто. Беру. Друзья, заметьте, муку я не добавляю. Не хочу тесто забивать мукой. Укладываю в форму. Распределяю хорошо тесто по всей форме. Вот так я распределила тесто. Теперь беру вилочку и делаю проколы. Почему? Ну, чтобы тесто не вздулось. Готово. Так, первый слой я укладываю яблоки. Выкладываю все. Конечно, форма маловата вот эта. Но другой формы у меня нет. На яблоки я выкладываю творог. Все хорошо распределяю. Взяла яблочки, нарезала вот таким образом. Сбрызнула лимончиком и посыпала сахаром. Теперь мне нужно красиво и культурно вот сюда для красоты положить яблоки. Наводим красоту, друзья. Но пирог должен же быть не только вкусный, но и красивый. В общем, стараюсь как могу. Надеюсь, что получится. Вот так я выложила яблоки. Обратите внимание, какая красота. В общем, хоть сейчас ешь, но, увы, подождем еще часик. Отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов, ну, где-то на час. Ну все, друзья, готовим. Ого,
Друзья, красота очередная. Вообще. Друзья, вот такой у меня получился пирог. Обратите внимание, какая красота. Аромат на всю кухню. Сейчас остынет и будем пробовать. Я хочу, чтобы он полностью остыл. Почему? Если я его сейчас буду разрезать, то тесто такое будет, знаете, липкое. В общем, он должен полностью остыть. Шедевр кулинарии. Так, что я делаю? Немножко надо потрясти. О, отлично. Сейчас отойдет вообще отлично от формы. Вот таким образом уже выпрыгивает. Вот такой получился у меня пирог. Пирог пропекся хорошо со всех сторон. Ой, вкусный. Вообще, кушаешь пирог, сначала ты чувствуешь начинку. Яблоки с лимончиком. Потом идет творожок. Один минус. Можно было сделать немножко теста потоньше. Или форму взять побольше. Но вот у меня форма одна. А вообще, много не мало. Маленькими порциями я готовить не умею, так сказать. Принцип. Если я готовлю, то я готовлю. Вот и тесто сделала толстовато. Ничего, покушаем все. Давайте еще кусочек разрежем пирожка, так сказать. Вот разрезала пирожок. Обратите внимание, какой разрезем. Давайте этот разломаем для полного счастья. Кушать так кушать. Как хорошо начинка просматривается. Яблочки. Здесь творог. В общем, друзья, вкусно. Из простых продуктов мы приготовили шедевр кулинарии. И кто скажет, что это не так? Точно шедевр. Красота, много, вкусно, сытно и не так дорого. Готовьте вместе с Еленой. Всем удачи пока, ну а мы будем кушать.